команды. Быстрее, какой быстрее, быстрее, быстрее. Орден, орден. Все. Да, мне за орден тоже больше нравится. Игра потому начинается. Что, потому что это дело в крови. То есть, если... хорошая карта. Первый раз я вижу. Арена просто. Тут какой-то толпа на толпу? Да. Команда, выигравшая 7 раз, становится победителем. Ага, я понял, что это арена. О, наш одного убил. Ой, хорош. Воу. Да из него копье, блядь, торчит, нахуй. Есть одного зарубили здесь, типа. Только я еле живой. Ебать мясо. Ебите его. Где вы там рубитесь? Ага, вижу. Кого бьете? Тут все свои. Все? Что-то мы их всех убили? Нет, они пробежали, наверное. Зачем нет? Ну смотри, они, тут все свои. Вон они. А, что я не понимаю этого. Вон а, один! Один где-то. С молотом. Пизда ему. Все. У нас двое так умерли. Трое. Честь. И мы крутые, блядь. Спасибо за тебя. Спасибо за тебя. Ой. Ой-ой-ой. Я прорываюсь в бой просто. Саша, сзади тебя. Ох, я просто убегаю. Все, добежался. Обалдеть. Я его врага заколол, и меня свой же убил. Сори. Как они этими большими мечами так режут? Годы подготовки. Нет, скорее всего, да. Задроты меча и магии. Все. От этого рубанули. Тут наш лучник с саблей пошел в разнос, но недолго. Он мне нравится тип, который со стрелой. С двумя стрелами в щите. Видишь? Сейчас. Артур Мас. Наш? Да. Наш? Да. У него две стрелы в щите. Ага. Да, да. А это все, блядь, сраный лорд Байрон, блядь, ждет, пока с ним один на один будет. Вот этот, который сейчас. Он. Сир. Охуеть! Финнгул вот этот. Он постоянно ждет, чтобы с ним один на один кто-то дрался, блядь. Сраный джентльмен, блядь. Нормально, они своего приубили. Чтоб мы боялись. Охуеть. Меня арбалетчик пробил, я еле выжил. Я пока тут постою, может немножко хпщика отрегенится. Потому что это жесть просто. Да уйди от меня, сука! Тупо на меня, блядь, насел. Возьму-ка я, блядь, топчик подотничный. Отрегенил, блядь, хп один, чуть мне свой, блядь, не прибил. Где этот лорд Байрон, блядь? Он где-то здесь. Вот. А нет, не он. Тихо, где-то он есть в любом случае. Он, наверное, живой еще. В центре сражения он там рубится. Да. Тихо, тихо. Да, я же говорю, что этот сир Шмир. Он, короче, не лезет, он остается один и ждет, пока кто-то к нему придет один на один раз. Играет, блядь, тогда на серверах. Да почему его поиграть? И что тут одни лучники? Щит взял. Закрывай. Я не туда забежал, Саша. Давай, рубим. Да ебать, все. Ай! Есть. Саша, жалю, как пчела. Так как он блокирует? Все, смотри, блядь.
Смотри, он еще и умер меня сейчас. Действительно убил. Я ему голову отрезал. Каждый, блядь, удар. Этого загнали, смотри, как собаку. Ебать, сейчас еще... Ох ты что, они сейчас друг друга порубят. Тихо, пацаны, я свой, не бейте. Не знаю, видишь, нет еще. Просто цена. А, ну видишь, опять сир этот остался. Он, наверное, прячется где-то. Ну да, потом выходит. Каждый раз. Не знаю. Сейчас они ему устроят, блядь, один на один. Там он сейчас всех перебьет. У меня умол. У меня хп вообще мало, к примеру. Давай, ты сзади. Вот так вот. Собака вонючая. Пишет, какого? Я же просил. Собаки, собачья смерть. Я же просил один на один. Да нихер прятаться, пока все его пацаны, братья умирают на поле боя, блять, он прячется. Гандон. Лучи куда ли? Бедненький упал уж. Ай. Встань. Тихо. С огромным мечом. Он меня пугает. Так, я не понимаю, как они так изворачиваются. А, это меня этот сир Финан Дойл Конан, блять, убил. Короче, омерзительный дядька, я так скажу. Что там по счету? 1-3. Эти трусливые лучники. Да-да. Знаешь, когда ты человек благородных кровей, то ты лучников не любишь, как бы. Действительно, блядь. Любишь, когда один на один, нашему зуба. Я возьму лучника. Болит. Будешь трусливым лучником. Действительно, да. Let's go all group. Убирать по правой. Вперед. Кто-то так орёт, как будто обосрался. Да ёбаный, блин! Давайте догонять этого лучника. Камень меня завели там и въебали. Все, у нас никого не осталось. Артур Маст. Я сейчас себе тоже возьму. Я сейчас себе тоже лукаря возьму. Смотри, потому что они рашат, короче, кучникам нашим. Да? Да. Тогда я возьму пехотинца и буду его охранять. Встань, стой спокойно, будь. Саша, я тебя прикрою, Саша, я буду твоим щитом. Вон там кто-то справа обходит. Стой, подожди, вот так, давай. Отлично. Вон он. Ой, я тут. Ай, кто меня толкнул, блядь? Пинок. Хуя себе, под... блядь. Ты бы видел, тебе такого пинка под сраку дал. Ой. И меня тоже порубили, не, херня. Пиздец, бля. Нет, не хочу я учить. Нет, он тебе красиво под жопу дал. Пиздец, сука, ёбаный бро. Он мне пол хп снес. То есть он меня толкнул прямо на удар. Все, теперь я лучник. Сейчас я покажу, Саша, как надо мочить этих козелёв. Ну давай. Перебор. Промахнулся. Я тут постоянно. Промахнулся. 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 Сейчас они просто пока пристреляют, знаешь ли. А ёбаный. Щит, ты долго будешь стоять? Мне ещё по голове заехал. Ещё раз заехал по голове.
порезал тут одного, блядь, не до рыцаря, на. На кинжал посадил его, суку. Ай-ю. Блядь, мне солнце прямо в глаз. Последний остался, походу. Это вот этот сэр, блядь, ланце в рот. Убейте его, я уже, сука, задыхаюсь. Ну я его тыкнул. Ха, ёпо хп. Ёпо. Так какой, вот сэр... Он выиграл? Вот сэр Ланселот пришёл. А другой. Нам сказали, что мы не знаем. Слышишь? А этот сэр, сэр за нас теперь зашел, Саш. Да? Да, он сзади за камнем спрятался. А он тоже. Не-не, то разве он? Да-да-да, я то точно видел, то он. А ёбаный, блядь, сука, одну секунду не угадал. Блядь. На, в голову одному. Вон он бежит к тебе прям. Вон надо. Смотри. Что это такое? А что это было? Куда он смотрел, блядь? В небо. Тут, блядь, как бы. А, подожди, с ним что-то не то, он больной. Болеет, походу. Пизда тебе. Пизда тебе. Я вижу. Сука, давай, ну, давай, матерись. Смотри, смотри, какой, блядь. А, сэр этот, блядь, всех расчехляет. Давай, сэр. Только я помогу тебе, братан. Вон еще рыцарь один. Прям к тебе идет. Быстрые удары такие. Получи. Ой. Он любитель потолкаться. Угу. Говно пусть потолкаю, блядь, у себя. Блядь, в очке. О, устал. Только что устал он. Вот опять устал. На. Ебать, даже выиграли. Ахуеть, там человек 7, наверное, против вас было. Я троих ножом порезал. Я с лука так хорошо не стрелял, как ножом порезал, Саш. Вон они все там на этой игре. Что-то они как-то опять прорываются сильно. Больно. Пропусти. Не, ну сейчас меня уже порезали, конечно. О, господи. Это просто какое-то поле брани. О, смотри, наш же он прячется. Где? В воде, под камнем. Посмотри. Ох, ебать. Видишь? Че я орёшь? Не. Yeah. Командный урон 27 аж. Все, пошел. Подождал, пока все умрут. А, нет. А. Дурачок какой-то. Блять, что он делает? Может, это читы какие-то? Смотри. Вы, блять, лучше лучник.
Он почти всех убил, кстати, ты знаешь? Почти всех. Может, с ним заныкаться, слушай? Заныкался. Походу, кстати, не один я тут уже заныкаться. Много кому понравилось. Mm-hmm. Они так что-то как-то бегают все. Охуеть! Че ты меня бил, блин? Подожди, вон. Ох, ёлки, сколько их там много. Давай вот этих двоих. Я за лучником. За тобой рыцарь. Я вижу, я завишу. Я ему в спину попал. Еще раз в спину попал. Он у меня с прицела убежал. Ай. Блядь, да я ж... А. Саша, я ему честно два раза в спину попал. А что, в смысле, что, патроны закончились, что ли? Ну да, они кончаются. А было написано... Бесконечно. Нахерей, блядь, просто теперь. Ну, можешь убить этого лучника и забрать у него. Охуеть, прям под... на стрелой, блин. Свой же! То есть, серьезно, да? Это так получилось. То есть, никто даже извини не сказал. Это как в порядке вещей, просто взяли и нарубили меня. Сказали извини. Мы прячемся здесь. Че, кореша себе нового нашел? Uh-huh. А вон они, смотри, щитами идут, как прямо как римские легионеры. А? Да нет. Слушай, я сейчас сзади иду. Ой, нет. Все, не хочу заходить. Прикольно делает, смотри. Ага. Я лучше тебя пристрелю, чем они тебя. Давай его нахуй. Слышите, типы с щитами, с мечами, идите лупите. Может, мне тоже тяжа взять? Как я возьму? Нет, ну это уже было быстро. Не получилось мне никого побить. Какой там счет? 5-6. Нам еще один раз выиграть и все. Mm-hmm. Это будет последний, кстати. Как раз вот они сейчас выиграют и все. А, у нас еще этот. Читерок остался. Рэмбо, блядь, наш. Сколько? Четверо против пятеро. Блять, не, ему тут пизда, не все тят. Я, может, погорячился. Ну, видишь, он как-то отбегает, а потом разворачивается такими ударами. Нет, с разворота. Смотри, нахуй. Я по-моему ножом порубал.
знаешь, он всех шестерых убил. Ветер. Нипс! Нипс! А где мы щит? Ага. Давайте, ребята, идем. Отлично. Ай, меня носил. Блядь. Я видел, как они все забежали в дым, и как ты оттуда не выбежал. Сука, порезали, он за точку просто посадили. Нет, тут меня на пику. Ну мы только что типа так вот именно за точками порубали. Ну что, опять один остался, Рэмбо наш. Себе наш дебил с мячом бегает за ним. Не, надо, конечно, научиться вот этим. Ну, видишь, у них очень медленная боевка, но очень тяжелые и сильные удары. Да. А мне больше нравится, когда быстрая. То есть там чик-чик-чик-чик, много раз ударил, но быстро, и все. Нет, их трое. А нет, эти какие-то пожестче будут, чем те, мне кажется. Он их не завалит. Да не. Оставленные. Видишь, он только что сделал выпад, но при этом не ударил. Развел. Слышь, он не читер, да? Охуеть! Я не знаю, ну, блядь. Мне кажется, у него бы энергия уже давно закончилась. А, все, закончил. Выгнать игрока? А че его выгонять-то? Кто голосует? Все, мы победили. Макс 3D, бля-бля-бля. У которого 5 килов, блядь. Какой ты дебил, да. У меня сколько? У меня... Подожди. У меня 11 килов. Знаешь, почему постоянно кикают? А. Потому что тут можно кикать из другой команды. А, я понял. Вот почему. Фух. Ну, мы выиграли. Уже отлично.